На несколько часов студенты и сотрудники кафедры искусств университета превратили третий этаж информационно-библиотечного центра ТЮМГУ в настоящую творческую мастерскую. У нас сегодня здесь проходит мастер-класс. Значит, мастер-класс проводят наши студенты третьего и второго курса. Они показывают нетрадиционные техники монотипия рисования. Дальше у нас идет бумага, пластика и выполнение кукол, народных кукол из ниток. Здесь рисуют и вырезают, работают с нитками и клеем, создают необыкновенные произведения в стиле хендмейд. Выбор именно этих техник не случайен. Каждая из них по-своему влияет на человека, развивая его воображение и пространственное мышление. Меня вообще сразу заинтересовали куклы. Думала, ну остальные будут несколько скучноваты, потому что и рисовать я не умею, да и с бумаги я, в принципе, хорошо. Но сейчас все очень интересно, все очень нравится. Нравится, никогда не думала, что можно сделать такой оттиск. Просто нарисовать какие-то непроизвольные пятна, и получится что-то очень красивое. Такие занятия интересны всем возрастам и не зависят от профессиональных интересов. Здесь каждый получает возможность реализовать свой творческий потенциал и открыть для себя что-то новое. Работа с бумагой я очень люблю. Я люблю оригами, люблю квиллинг бумажный. И вот увидела, что есть новое направление – бумагопластика. Честно говоря, только увидела у нас на сайте вот это приглашение, я даже не знала, что существует бумагопластика. Меня это заинтересовало. Посмотрела работы, какие там выложены были, ну вот, решила попробовать себя в этом. Такие мастер-классы возвращают нас к традиционной, доброй магии, когда вещь создавалась собственными руками и с целью привлечения благополучия, удачи и счастья к себе и своей семье. Это то, чего не хватает сегодня многим из нас в современных условиях цифрового общества. Алексей Мойсов, Алена Животова для Евразион ТВ.